Привет всем, друзья! Сегодня хочу показать или рассказать или высказать свое мнение о таком телефоне, как BlackBerry Q10. Это смартфон от компании RIM, простонародье просто BlackBerry. Как бы телефон 2013 года. И работает телефон, как, к удивлению, очень хорошо. Тут самая удобная клавиатура, очень удобная. Как бы телефон не быстрый, но клавиатура самая удобная. Допустим, набирать тексты на этой клавиатуре одно удовольствие. Можно набирать, если вы привыкнете, слепым набором. Как бы клавиатура всего этого позволяет вам сделать. Клавиатура четырехрядная. Как бы об этом все уже рассказали. Есть самые удобные кнопки Shift. Она с обеих сторон. Видите, можно спокойно вытаскивать с помощью кнопки символы. Она выводится вот таким вот образом. По сравнению с другими BlackBerry, она удобная, лежит в руке тоже без проблем. Одной рукой пользоваться легко, удобно. Я не говорю, что она супер-мега быстрая, но как бы повседневными задачами справляется отлично. BlackBerry, к сожалению, WhatsApp прекращает поддержку BlackBerry 10 с января 2018 года. И это еще один большой минус к этому телефону. Вообще, к фирме BlackBerry, можно сказать, или претензия. Если бы WhatsApp поддерживал бы дальше эту фирму, ну, как бы, BlackBerry 10, то, конечно, цены бы ему не было. А так, без WhatsApp сейчас как бы будет сложно уже как-то пользоваться этим телефоном. Да, конечно, есть другие приложения. Да, можно поставить сюда Android приложение, но когда время настанет и вам надо будет обновиться, вам придется закидывать APK файл сюда, вставить его. И то, что вы уже переписывались, вся эта переписка пропадет, и вам придется как бы опять по-новому все это уже делать. А если вам важна история, как и мне, то как бы этот телефон вам как бы не прослужит так долго, как вам этого хочется. А именно про этот телефон, что я могу рассказать? Экран отличный, батарейку держит как ураган, я не знаю, как батарейку, наверное, держит на уровне как Lenovo P1. Тут 2600 мАч, а тут 5000 мАч. Если тут не играться, то как бы просто пользоваться как телефоном, как смартфоном просто так, то его хватает на 2 дня. Я не говорю, там обзорщики говорят, что 3-4 дня этого не может быть. Потому что вы каждый раз включаете экран, а экран потребляет очень больше. Очень много энергии. Так что 3-4 дня, как бы, если вы как старый дед пользуетесь там 10 сообщений по WhatsApp то в день, то, конечно, его хватит надолго. Но и вы отключили, допустим, все там, выходите, там отключаете 3G и LTE, просто пользуетесь там как звонилкой, домой приходите, пользуетесь Wi-Fi, да, он прослужит долго. Зарядку держит очень хорошо. А если вы как бы там пишете, вы состоите в группах различных в WhatsApp, то как бы его на смелых 2 дня хватит без проблем. Тут примерно такая же история. Вот смотрите, среднее время работы аккумулятора
Можете вот посмотреть. Стараюсь никого не обмануть. 5 дней, 20 часов. Да, она просто лежит, подключена к Wi-Fi. Самолет без сим-карты, без ничего. Но в таком режиме, тот же BlackBerry паспорт 9900, iPhone 5, SE, они никто так батарейку так не держит, как BlackBerry Q10. Можно ли пользоваться этим телефоном? Да, можно пользоваться. Если вам не важен WhatsApp, если вы просто хотите пользоваться почтовым клиентом, если вам просто там важен, чтобы была клавиатура вот такая вот, очень сочный и очень яркий экран, чтобы был, то, конечно, этот телефон вам подойдет на отлично. Видите, работает все без проблем, плавно. Игры, конечно, вы современные не сможете тут поиграть. WhatsApp, как я говорил, прекращает поддержку. BlackBerry Old не обновляется уже давно. Как бы игр тут мало, очень мало. Инстаграма, потом чего еще сейчас пользуются все. Каких в ВКонтакте тоже нету. Есть Facebook официальный, есть Twitter официальный. И из мессенджеров можно поставить мессенджер для Facebook. Можно поставить сюда мессенджер, какой еще, свой, BlackBerry. Skype можно установить. Все. Остальные все мессенджеры приходится уже устанавливать с помощью APK-файлов через Android. Или же вот через Amazon. Amazon, он как бы устанавливает, как, устанавливается как Android-приложение. Видите? Работает все шустро, без проблем, аккуратно. Клавиатура уже как бы нажимается тоже хорошо, но как бы есть такие моменты, когда уже надо сильнее надавливать на клавиатуру. Но это все как бы исправимо. Батарейка вот держит тоже хорошо. Насчет камеры. Что я могу насчет камеры сказать? Камера тут 8-мегапиксельная. Видите, автофокус работает, но не очень сильно быстро. И видите. Насчет нагрева, как на BlackBerry паспорт, там еще какого-то момента, тут никакого таких проблем нет. Картинка получается очень-очень хорошая. 8 мегапикселей это как бы именно достойные 8 мегапикселей. Передняя камера 2 мегапикселя, даже не буду рассказывать о нем, потому что это как-то смешно. Есть она, есть. Для скайпа пойдет. Видеозвонок на нем делается тоже без проблем. Как бы вот такие вот дела. Посмотрели, прослушали. Всем спасибо. Ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте. До свидания.